Пытали утюгом, угрожали пистолетом и постоянно избивали. Одесские полицейские освободили двух граждан Греции, которых похитили и удерживали в квартире. Еще в феврале группа преступников похитила и взяла в заложники 55-летнего мужчину и его 27-летнего племянника. Похитители знали о высоком материальном статусе мужчин. Пытками преступники добились от пленников уступки в праве собственности на 6 квартир в Одессе и еще получили 600 тысяч евро. Однако и после этого пытки не закончились. Everything will be okay. It's okay. What is your name? You are safe. Apostle. This is your nephew? No, this is my uncle. No. Apostle. Look at me. We'll be okay. You Больше are никто safe. Не обидит. Утюг? Утюгом iron. Пытали, спросите? Was it done by iron? Iron, да. Пытали. They kick me in face very much, in eyes. Они очень сильно били меня по лицу, по глазам. In eyes, in stomach. По желудку. One guy, I don't see, they do this. Третий человек душил меня. I don't know, half minute, and I believe I die in this time. Я думал, что я в это время сейчас умру. После того, как полицейские задержали подозреваемых, те стали утверждать, что греки – это их соседи, а квартиру они арендуют вместе. Что это за люди, которые у вас здесь соседи? Вы их знаете? Ну, уже как бы знаем. Сегодня что-то знаете? Нет, мы же соседи. До мы сняли квартиру. Видели? Какого числа сняли квартиру? 8-го. В квартире, где удерживали мужчин, изъяли деньги разных валют, телефоны, наручники и электрошокер. Наразі триває активна фаза реалізації, проводяться слідчі дії, у тому числі обшуки. Встановлюється коло осіб, які причетні до вказаного злочину. Їх діям буде надана правова оцінка.